Next to that is the center of solar plexus. Следующим является центр солнечного сплетения. Some people call it as navel center also. Navel center. Пупочный. Некоторые называют его пупочным центром. This is what is called Manipuraka. Manipuraka. Manipura or Manipuraka. Manipura или Manipuraka. And there's then another center is there. That is the spleen center. Следующий это that is called Swadhisthana. Следующий центр это Свадхистана. End of this part there is the seventh one from above the seventh last one. И седьмой, последний, если мы считаем сверху. That is what is called base center. Центр у основа, центр основания. Базовый центр. And that is what is called Mooladhara. Этот центр называется Мулатхара на санскрите. Свадхистана также называется селезеночный центр, сказал. Центр селезенки. Свадхистана? Свадхистана, да. For our understanding, we have to study like this. From above downwards, but these centers work together always. It's the working of the center. Мы изучаем центры, ну, как бы знакомимся с ними сверху вниз. Все, ну, понятно, что они работают все одновременно. Они функционируют все одновременно. At the central point of this vertebral column, you have a canal, central canal. И в центре позвоночника существует расположен канал. You have, you know, for the earth you have this central axis. In the same manner, you have this central canal. И точно так же, как у планеты есть центральный канал, точно так же центральная ось. Наш позвоночник является центральным каналом или центральной осью нашего тела. You know, on the other day, we were also studying about this number 33, you remember? В предыдущие дни мы изучали число 33 и его значение. What is that number? 33 groups of the devas, as I explained other day. И я вам объяснял, что 33 – это количество групп божественных сил, которые работают в космосе. We have to always remember, because they are to be correlated. Мы должны все время помнить эти числа, потому что они взаимосвязаны, correlated. Они взаимно соотносятся на разных планах и уровнях. So, according to this, because 33 are the main groups, but 30, each deva has his own department, his own many
subsidiary is on. 33 это общее количество божественных сущностей. Мы помним, что они состоят из групп, имеющих различные функции и задачи в реализации космического плана. So there are many devas that are working in us. All the intelligences. И тогда мы можем понять, что существует много божественных сил и разумов, которые работают в нашем теле. According to this в соответствии number, с этим числом, there are the number of lines of forces that are arranged in us. Сформированы линии сил, действующие в нас. These lines of forces, they эти are called, линии силы называются. They are called nadis. Nadi. They are wrongly translated as nerves. They are not nerves. Они иногда неправильно переводятся как нервы, но это не нервы. What we know as nerve. То, что мы знаем как нервы. Since you are the doctor, you know this. Артур, доктор, он это знает, врач. So the nerves are the very finest tissue in our body. The finest. Нервы это самые тонкие материя нашего тела, вещество нашего тела. But still, it is physical. Но, тем не менее, оно физическое. Оно физическое. Nadis are not physical. А эти линии нади, энергетические, so you cannot find nadis потоки, in anatomy, theater. И вследствие этого анатомия ничего не знает о нади. Because these are lines of forces. Поскольку это линии силы. And they form the channels of energy. И они формируют каналы энергии нашего тела. So, in our human body. Таким образом, в нашем теле, в теле человека, there are 3,300 nadis that are working. Существует 3,000. 3300 каналов, энергетических каналов, каналов нади. Out of these 3300 nadis, there are 1000, out of these 3300, there are 1000 nadis which are more highly evolved. Highly, you know, 300, да? Помимо этих 3300 основных нади существует еще. There are grades. In nadis also there are grades. Из этих. То есть это основные каналы. Из этих, из этих. Нет, not in this, but in this 3300 only. И сколько 300? 3300. Нет, ну there are 3300. In this 3,300, 1,000 of them. А из этих 3,300, 1,000 имеют особое. Они имеют особое напряжение. Они основные и имеют особо высокое напряжение. And out of them, still, out of them, 300 of these nadis. Out of these 1,000, 300 are. 300 каналов. More important. That means more. They have more. Important function. Они являются более важными. And out of these 300, и из этих 300, again 30 are still more important. 30 еще более важных. And out of these 30, из этих 30, there are three main nadis. Существует три основные нади, три основные энергетические канала. Because all these 3,300 nadis, they vibrate, working from the. Потому что все эти 3,300 каналов действуют и циркулирует энергия по этим каналам.
Энергия нашего тела циркулирует по этим 3300 каналов, расположенных вдоль позвоночника. But the three main nadis, но три основных канала, три главных нади, they vibrate along this center of this vertebral column. Они вибрируют вдоль позвоночного столба. And out of these three nadis, there is one of this nadi is vibrating on the left side of the vertebral column. Из этих трех один вибрирует с левой стороны позвоночника. And another nadi is vibrating on the right side of the vertebral column. Другой нади с правой стороны позвоночника. And the another nadi, third one, is vibrating in the central canal of this vertebral column. И третий канал, и третий, значит, третий поток вибрирует прямо внутри. Как это называется? Спинного мозга. Канал спинного мозга. The central canal is the cerebrospinal canal. И центральный канал это спинномозговой канал. They call it central cerebrospinal canal. So now the nadi that vibrates on the right side of the vertebral column. Nadi, которая работает с правой стороны. On the right side. On the right side of the canal. Right. If we stay face if the, or if back. The canal. If I am standing like this, my vertebral column is like this. Mm-hmm. My central canal is like this along the vertebral column. So my right side, my left side. Yes. И относительно меня, правая часть, относительно самого человека, значит, с правой части работает канал, that is called Pingala, который называется Пингала. And the nadi which vibrates along the left side of this central bore of the vertebral column. Нади, которая вибрирует с левой стороны от позвоночника. That is called Ida. Называется Ида. So, and my vertebral column is like this. So my right side, my left side. Относительно нади, как он показывает, с правой стороны человека, значит, пингала, слева ида. This pingala is called Surya Nadi. Эта пингала называется Surya Nadi. That means solar nadi. Которая означает солнечная нади. And ida is the it is called Chandra Nadi. Ида называется Чандра Нади. Чандра на санскрите означает Лунар Нади. Луна. И это лунная нади. And the third one, which is vibrating in the central through the central canal. И третий, который вибрирует через центральный канал, через that nadi is called Sushumna. Он называется Сушумна. That is the Agni Nadi. И называется Сушумна Агни Нади. That means Nadi of Fire. И называется Нади Огня. Агни. Агни means fire. Агни переводится с санскрита огонь. So solar, lunar and Agni, the three principles. Таким образом, у нас три принципа проявлены: солнечный, лунный и принцип огня.
So this cosmic energies are working out in us by the activity of these three main nadis and distributed through other nadis along with these stations. Космическая энергия работает через нас, через вот эти каналы, солнечный, лунный и огненный, как электростанции внутри нашего, как энергетические станции внутри нашего тела. This Agni Nadi is Sushumna. И этот Агни Нади Сушумна. It is in the central canal, it is in the form of a coiled coil. И этот центральный сушумный, он сформирован витками, так как спиралью. That is, the energy is high power energy, that is very high voltage energy. Это энергия очень высокого напряжения. Поскольку это все электромагнитные явления, то это очень высокого напряжения энергия проходит спирально через наш центральный канал. The coiled coil. Она спиралями циркулирует в нем. And because it is in the form of this coil. И поскольку она сформирована витками, спиралью, it is called kundalini. Ее называют кундалини. This name is kundalini means coiled coil. That is meaning of this word kundalini. Значение слова кундалини — это кольца, витки эти, спираль. The medical science knows only that there is some fluid. Медицинская наука знает только, что там есть какая-то жидкость в этом канале. Спинномозговая жидкость. It is not in liquid form inside. Но она это не жидко, он не пребывает в жидком состоянии внутри, эта энергия. But when you insert the needle into the vertebral column and draw with the syringe. Но когда мы вставляем внутрь канала иглу и пытаемся извлечь оттуда, you will get a fluid in the fluid form. Мы получаем жидкость. How is it? Как это происходит? Just you have a simple experiment. Вы можете сделать простой эксперимент, чтобы понять. Suppose there is a rubber tube. К примеру, есть резиновая трубка. You pass some vapor of water through this tube. И если мы наполним паром эту трубу, so the vapor is in gaseous state. То пар — это газообразное состояние. If you insert a needle into this rubber tube. Если мы введем иголку в эту трубу, and трубочку, with the syringe, и вытянем, ну, будем вытягивать содержимое изнутри, you will get drops of water. Мы получим капли воды. This is because of condensation. Это вследствие процесса конденсации происходит. When the vapor is condensed, you get, when the vapor is condensed, пар конденсируется, мы получаем капли воды. Because the from the gaseous state to the liquid state, this is condensation. Это процесс перехода от газообразного к жидкостному состоянию. So in the same manner. Таким же самым образом. If you draw from this vertebral column with a needle, you will get a liquid. Если мы вытягиваем содержимое позвоночника через иглу, and in the мы получаем medical жидкость. And in the medical science, they call it cerebrospinal fluid. И в медицинской науке это называется спинномозговая жидкость. But how it is formed and what it is not at all known to the medical science. Но как это сформировано и что это вообще такое, это абсолютно неизвестно медицинской науке. That is why many times
For many patients, they take this liquid out, which is not to be done. И по этой причине они очень многократно, очень часто делают это со своими пациентами, и это то, что вообще никогда не должно делаться по отношению к человеку. Because the quantum of this energy, that kundalini, поскольку количество этой энергии кундалини, that is given a fixed quantum in a, for every being. Дается определенно и очень жесткое количество каждому человеку. So, if you draw this cerebrospinal fluid out, then this you are disturbing this quantum of energy for the body. Если мы извлекаем спинномозговую жидкость, то мы уменьшаем количество этой энергии, которая жизненно важна для человека. So you cannot regain this quantum of energy in that life. И невозможно будет восстановить эту энергию в этой жизни. So the quality of your life is completely changed when you take out this liquid. И качество нашей жизни качественно сильно пострадает, если извлекать эту жидкость. Изменить количество этой жидкости. Если изменить количество этой жидкости. It is very clearly explained in these cosmic sciences that this what you see as kundalini is not a material, not a substance, but it is high power energy. И очень ясно в этих космических науках объяснено, что кундалини это очень высокая энергия, которая находится в позвоночном столбе. So it is arranged by the forces of nature, by the devas in such a manner, in this very minute canal, it is arranged like this. Она сформирована в форме этого канала, который проходит через наш позвоночник космическими силами. And these three principles, solar, lunar, and the Agni. Три принципа: солнечный, лунный и огненный Агни. They govern all our life activity. Они управляют всей нашей жизненной активностью. So we are not expected to disturb these energy stations or these power stations we should not disturb them. Or и абсолютно нельзя нарушать активность вот этих трех энергетических каналов этой системы. So, all this literature about these chakras and all these things. И вся эта литература о чакрах и связанных с ними вещами. It is because of the lack of proper understanding of this. Это вследствие того, что нет ясного понимания, четкого понимания, что это такое, как оно функционирует. There are so many books they explain. You can force your kundalini to go upwards. It is like a snake. Всякие книги, которые говорят, что вы можете усилить свою кундалини, поднять ее вверх и прочие глупости. It is symbolically called a serpent power. Она символически называется змеиной силой. И ничего там поднять невозможно. Now, теперь we have to know also the relationship between the five elements, what we call the five states of matter. И теперь мы можем увидеть соответствие между пятью элементами, которые называются пять элементов или состояний материи. And their correspondence with these centers. И их соответствие с этими центрами. Now we start from below. И теперь мы начнем снизу, снизу вверх. So this base center or Muladhara. Этот первый центр, основной Муладхара.
this corresponds to Prithvi. Соотносится к Прутви. In the five states of matter or the five elements, what you call it, the order is, I will write down here for you to once again to remind, no. So it is the manifestation, because how the matter is formed, it is, what is the order? Есть определенный порядок. I told you that the Akasha is infinite space. Мы говорили, я вам говорил, что Акаша — это бесконечный космос, пространство. And in this Akasha, there is a unit space is formed. И когда и в этом пространстве формируются единицы материи, so that, жизни. That is the first state of these five states of matter or five elements. И первое состояние материи. It is also called Akasha. Также называется Акаша. Here Akasha is the unit space, because that is going to form a unit. В данном смысле имеется в виду ограниченное пространство. Единица пространства, поскольку оно ограничено. Формы, которая создается человеческим телом. And then from this state there is the manifestation of the next state. И из этого происходит проявление следующего состояния. That is what is called Vayu. Которое называется Vayu. Vayu means the gaseous state. Vayu означает газообразное состояние вещества. Which we call air. Которое мы называем воздух. You know how is, what is the phenomenon of formation of this gaseous state or air from the Akasha? Вы знаете, как происходит феномен образования газообразного состояния вещества из Акаши? You know, in the earlier we have studied that this Akasha has many properties. Мы с вами раньше изучали, что Акаша имеет многие свойства. And one of these properties is pulsation. И одно из этих свойств – это пульсация. And through this activity, и через эту активность, there is the starting of the next phenomenon, which we call vibration. И вследствие этой активности происходит следующий феномен, который называется вибрация. In this process you have the formation of the minutest particles. Minutest particles. Мельчайшие частицы, да. И that через is... этот процесс вибрации происходит формирование мельчайших частиц, образование мельчайших частиц. That is the starting of the nuclear activity. И это начало ядерной активности. So then there is movement. Таким образом, там есть движение. То есть это суть его, это движение. When it is in absolute Akasha state, then it doesn't move. Когда Акаша находится в своем абсолютном первоначальном состоянии, никакого движения нет. But in the background of this, there will be movement going on. Но в основании его, значит, есть постоянное движение. So this is the starting of the gaseous state or the air, because it is movement. Это процесс формирования газообразного состояния или воздуха. Это поскольку существует движение. Поскольку существует движение. This is explained by Master Pythagoras. Учитель Пифагор объяснял это. In a mystic sentence. Мистическим выражением. He says that space decomposed into spaces. Он говорил, что космос Divided. Делится. Что космос делится на пространство, делится на пространство. And that is the birth of air. И этот процесс
означает рождение воздуха.